Ну что, купил новый телефон? Купил. О, современный. Ой. Кнопочный. Кстати, сим-карту в подарок дали бесплатно. Значит, у тебя теперь новый номер? А, ну, получается новый, да. Ух ты, а ты его уже кому-нибудь давал? Ну, кому? Полчаса назад только оформил все. Нет, правда, дочке уже сообщил. Да, дочке сообщил. Ну, как она там? Скучает. Скучает. Ой. Ну, кстати, обещала позвонить сегодня. Ой, хорошо. О, наверное, она. На громкую связь включи. Угу. Так. Алло? Доча? Добрый день. Здрасте. Вам удобно сейчас говорить? Нет, нет, вы знаете, нам дочка должна позвонить, поэтому извините, до свидания. Я представитель медицинского центра, компания по оказанию лечебно-косметических услуг. Мы готовы совершенно бесплатно нарастить вам волосы. Простите, куда нарастить? Мы готовы нарастить волосы куда угодно. Наращивание происходит путем пересадки собственных луковиц из более засеянных мест в места, где посадки волос вам необходимы. Нет, нет, спасибо. Нам ничего не надо сеять. Спасибо. Но почему? Это же бесплатно. Понадобится только ваш паспорт и подпись. Нет, нет, спасибо, не нужно. До свидания, до свидания. А, волосы предлагали пересадить. Ну, это я поняла. О, о. Так, алло, доча? Дискотека 80-х. Бесплатные билеты на супершоу. Вы платите только за доставку. Осталось всего 15 билетов. Томас Андерс, Пупо, Сиси Кейдж, Атаван, Бонни М, Аркадий Укупник. О, Укупник! Да ты с ума сошел? Какой тебе Укупник? Нам не нужно. Алло? Доча? Добрый день. Здрасте. Горводоканал. Диспетчерская. Счетчики на воду установили? Да, установили. А меняли их давно? Вот буквально месяц назад поменяли. Согласно постановлению о контроле воды, счетчики необходимо менять раз в неделю. Готовы приехать и установить их уже этой ночью. Нет, нет, спасибо. Нам не нужно ночью. Нет, нет, спасибо. Сегодня пенсионерам скидка. Нет, нет, спасибо. Не нужно. До свидания. До свидания. 1.5%. Да что ж такое? Откуда они наш новый номер-то узнали? Ну... Вообще-то не наш, а твой. Да, надо же. Ты уверен, что эта сим-карта новая? Уж сам засомневался. Да. О. Дай-ка я сама поговорю. Ага. Алло. Доча? Алло. Нет, это не она. А кто? Я предлагаю свежевырытый картофель в мешках. Мешки большие. Отдам недорого. Если возьмете 15 тонн, сделаю небольшую скидку. Да нет, спасибо большое. Нам столько не съесть. Ну, возьмите хотя бы мешок. Спасибо большое. Нам не нужно. Да что же это такое?
ты точно в салоне новый номер покупал? Ну да, мне его в подарок. Спасибо большое. Нам не нужно. Безобразие. Да беспредел какой-то. На новый номер. Опять СМС. Читай. Так. Дорогие мамуля и папуля. Вот. К сожалению, дозвониться сегодня не смогла. Позвоню завтра. Спокойной ночи, доча. Ну, не дозвонилась. Что значит не дозвонилась? Не смогла. Ну, ничего. Может быть, завтра получится. Проходите, проходите. Ага. Так, мы посмотрели ваше резюме, но есть еще несколько вопросов. Начнем с главного. Да. Так, вас устроит зарплата 100 тысяч. Сто тысяч? Всего? В неделю? Корми! Что вы делаете? Сто тысяч! Это неделю. Это хорошо, что в неделю. Почему? Потому что больше недели я нигде не работал. В смысле? В смысле, не размиривался на всякую ерунду, искал такую работу, как у вас, кормили. Что вы делаете? Встаньте. Ой, что вы, хватит, а то я так, знаете, и привыкнуть могу. А вы привыкайте. Так, скажите, вы творческий человек? Конечно, творческий. Смотрите. Что? Только рюмка водки на столе. Ой, вопросы, вытекающие из вашего творчества. А вы, как вы относитесь к алкоголю? Я не против, наливайте. В смысле, я пошутил. Я ж творческий человек. Вы пьете? Кто? Вы. Я? Да. Вы пьете, нет? Да ни капли в рот, вы что? Смотрите на меня. То есть к алкоголю вы относитесь плохо? Ой, отношусь плохо. Усваиваю хорошо. Что? Говорю, усваиваю хорошо, что отношусь плохо. Вот. Так, ясно. Водительские права есть? Да забрали по пьяни эти права. Инспектор был пьяный, перепутал. Ну, церковь-то извиняется, говорит, через полгода отдаст. Ясно. Так, семейное положение. Какое надо? Ну, вообще-то мы считаем, что одинокие люди... Сейчас, одну секунду. Сейчас. Алло, Зина. Пошла ты, Зина! Кто одинокий? Нет, вы не дослушали. Я говорю, мы считаем, что одинокие люди работают хуже семейных, женатых. Тихо, да. Алло, не ори, Зина, подожди. Это... Да. Но этот козел меня заставил сказать. Простите, что вы сказали? Говорю, что козел у нас один работает в гараже, постоянно заставляет меня работать. Все, обнимаемся, целую, все, давай, пока. Так, продолжим. Дети есть у вас? Дети? В каком городе? Да в любом. Кто нужен? Мальчик, девочка? Ну, без разницы. Возраст какой? Понимаете, у нас льготы сотрудникам с детьми до 6 лет. Понял. Сейчас, одну секунду. Алло, Ира. Не ори ты, Ира, подожди ты. Ира, скажи мне, пожалуйста, ты тогда родила? Умница. Да,
Я потом все объясню. Да, да, все, ага. Есть мальчик 5 лет, да. Ага, нашелся. Так, скажите, а вот есть у вас какой-нибудь такой вот поступок, которым вы гордитесь? Конечно, вот, да. Конечно, есть. Ну, я спас человека от пожара, вот. Это похвально. Да, спасибо. Да, и как же это все произошло? Ну, как произошло? Я ему говорю, мужик, не ходи туда, там пожар. Вот он туда не пошел и остался живой. Удивительная история. Ну, как да. Судимости есть? Да, так. Так. Ну так, по мелочам. В смысле? Ну, работал я на фабрике. Нам полгода зарплату не платили. Ну и сжег я эту фабрику, к чертовой бабке. Как? Да по пьяни все было. Только. Вы же сказали, что вы не пьете. Вот с тех пор и не пью. Завязал, все. Так. Прописка местная? Нет. Ну, регистрация есть? Нет. Ну, вы хотя бы гражданин России? Нет. Я пьющий, курящий, ругающийся матом без определенного места жительства. Знаете, а вы нам подходите. Да, мы давно уже ищем такого, как вы. Наглого, пьющего, врущего и нервного человека. Вы станете идеальным лицом нашей новой рекламы брусничной настойки. Не кочегары мы, не плотники, не женем, не косим, не творим. А мы наемные работники, да, хотя работать не хотим. Не машем ни пером, ни шпателем, ни жнем, ни сеем, ни куем. А мы работодатели, да, хотя работу не даем. И вроде полон рот заботами, и вроде целый день в труде. Но где бы мы бы не работали, да, мы не работаем нигде. Вот, счет за ЖКХ. Хочу узнать, за что я столько плачу. Мужчина, а по телефону нельзя было спросить? Так телефон у вас занят постоянно. Уже 5 лет звоню. Ну, правильно. Звонят все, кому не лень. Вот и не дозвониться. Что у вас? Я говорю, счет какой-то нереально большой. Может, и ошибка какая-то, а? Мужчина, у нас все точно. Ну... Вы не на рынке. Да объясните... Вот, например, обслуживание и ремонт лифта. Что не ясно? Ну, во-первых, стоимость за месяц выросла в 2 раза. Ну, а во-вторых, я живу на 1-м этаже. Мужчина, ну откуда я знаю? Может, вы живете на 1-м этаже? А гуляете по всему подъезду. Катаетесь на лифте туда-сюда. Да, но у нас дом 2-этажный. У нас вообще лифта нет. И что теперь? Я, что ли, за этот несуществующий лифт должна платить? Пишите заявление. В течение года рассмотрим. Хорошо.
Дальше. Вот. Уборка снега. Причем круглый год. Каждый месяц плачу. Мужчина, ну вы ж не хотите, как кроты из своего дома через сугробы выбираться. Да и сосули кто-то должен сбивать. Да наш барак каждую зиму в огромный сугроб превращается. Целая горка. Дети со всего района приходят с этой горки на санках покататься. А от вас, между прочим, за 50 лет никто даже с лопатой не пришел. Не то, что этот специалист по вашим сосулям. Пишите заявление. В течение 2 лет рассмотрим. 2 лет? Хорошо. Дальше. Вывоз мусора. Мужчина, ну вы ж не хотите, как в свинарнике, жить. Мусор вывозить надо. Куда вывозить? Его наоборот, к нам свозят. В смысле? Так у нас рядом с домом, в 5 метрах, через забор свалка городская. Мы сами туда весь мусор и сносим. И потом, извините, но за последний месяц к прежней стоимости за эту услугу 0 приписали. Мужчина, и что теперь? Из-за каждого 0 скандал устраивать? Да у нас столько мусора нет, сколько мы за него платим. Пишите заявление. В течение 3 лет рассмотрим. 3 лет? Ладно, дальше. Горячая вода. Мужчина, вот только не надо мне сейчас говорить, что летом у вас целый месяц нет горячей воды. Это у всех так. Так у нас не месяц. У нас круглый год нет горячей воды. Да у нас вообще никакой воды нет. В смысле? Так еще в 90-е стали трубы менять. Ну, старые выкопали, а новых до сих пор нет. Мы воду в колодце берем. В колодце? В колодце. Безобразие. Ну вот я и говорю. Беспредел какой-то. Вот-вот. Алло, Зин, у нас ЧП. Жители дома в тупом переулке пользуются водой из колодца. Да. Все, поняла. Ну вот, ваш вопрос решен. Да. Со следующего месяца будете платить за колодец. Как? А что вы хотели? Использование экологически чистого источника. Подождите, а вот за эту вот несуществующую горячую воду, надеюсь, больше-то платить не придется? Пишите заявление. В течение 4 лет рассмотрим. 4? Ну ладно. В конце-то концов объясните. Вот это вот что такое? Вот. ВКРД. Что это за ВКРД такая? Взнос на капитальный ремонт дома. Что не ясно? Так наш дом уже 20 лет как аварийный. К нему подойти страшно. Вот-вот рухнет. Крыша течет. Дом перекошен. Первый этаж вообще в подвал ушел. А, знаете, щели в стенах такие, что детишки там в прятки играют. Да эти руины давно уже пора снести, а нас расселить. Расселять некуда, а ремонтировать будем. Когда? Пишите заявление. В течение 5 лет рассмотрим. Вот.
уже написал. Мужчина, ну что вы прям как маленький. Заявление принимают в 305-м кабинете. А, в 305-м, ну тогда я в 305-й. В центральном офисе. А, не у вас, я... Каждый четверг. По четвергам только? Каждого пятого месяца. С 7 утра до 7:30. Полчаса всего? Строго по записи. А... Записаться можно. Давайте. По адресу. А. Поселок Болотный. Болотный. Улица Петра Сердечко. Сердечко. Дом 1. Один. Ага. Но туда раньше, чем через 5 лет, лучше не соваться. Почему? Болот там. Трубы рвануло. Почти весь поселок под воду ушел. Под воду? А как же люди? Мужчина, меня это не касается. За ЖКХ платят, значит, все у них там в порядке. Главное это ведь что? Что? Главное, чтобы платили вовремя. Идиот. Так это называется. Идиот. А... Что вы тут все время говорите и говорите? Вы в очереди стоите? Так иди встаньте. Я иду. Идите. Доктор. О, молодцы. Ты ко мне все, да? Ну что, говорю, следующий. Смелее, смелее. Проходите, проходите. Проходите. Присаживайтесь. На что жалуетесь? Доктор, меня посылают. Все? Нет, начальство на субботник. А мне нельзя. Почему? По кочану. Я идиот. Самый настоящий идиот. Вы, я смотрю, тоже. Да нет, голубчик. Дело в том, что идиоты такими не бывают. Как раз идиоты-то думают, что они вполне нормальные люди. Да? Да. Какие молодцы. Молодцы. А вот у меня такой редкий клинический случай. Да что говорить? Да, мало того, что я идиот, я это еще и признаю. Признаете? Признаю. Ну хорошо, давайте проведем маленький эксперимент, поиграем с вами в игру. Я буду говорить вам слова, а вы мне их противоположные понятия. Например, утро, вечер, день, ночь. Вам понятно? Ну, естественно. Ну хорошо, соберитесь, давайте попробуем. Утро, вечер, день, ночь. Сестра, брат, жена, дура. Да нет, голубчик, вы ошибаетесь. Почему это я ошибаюсь? Я свою жену хорошо знаю. Давайте попробуем еще разочек, я буду подсказывать. Давайте еще разочек. С разгончику давайте. Смотрите. Жена, я подскажу. Жена. Му. 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 Ну, му. Корова, что ли? Голубчик, речь идет не о вашей жене. А вашей? Так,
Вы не понимаете? Я не понимаю, доктор. Вы дайте мне справку, и я пойду. Соберитесь. Попробуем еще разочек. Вас посылает начальник. Да. Давайте про начальника. Смотрите сюда. Начальник? Осел. Да нет. Начальник? Козел. Начальник – это руководитель. А осел кто? Заместитель. Нет, что-то живыми людьми у нас с вами не получается. Давайте возьмем другие понятия, более нейтральные. Например, вода – суша. Земля – небо. Чердак – подвал. Потолок протекает. Где протекает-то, где? У меня дома. Второй год починить не могут. Меня не интересует, что у вас на дома протекает. Меня интересует, если наверху потолок, то внизу-то что? 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 Лужа. Если наверху потолок, то внизу пол, пол, пол. Литра? Голубчик, пол-литра сейчас совершенно не к месту. Не скажите, доктор. Пол-литра всегда к месту. Логично. Логично. Давайте попробуем еще разочек с разгончику. Я буду говорить другие понятия, более нейтральные, например. Смотрите сюда. Водитель, пассажир, продавец, покупатель, врач. Не принимает. Почему не принимает? Я не знаю, я уже третий раз к вам прихожу, говорят, талонов нет. Ну я-то вас принял. Принял. И только в одном и спрашиваю, что врач, врач. Принял. Ты что принял, то что? Вам виднее. Это вы всю жизнь у спиртов третесь. Знаете что? Или вы мне говорите противоположные понятия, или убираетесь вон, утро. Вечер. День. Ночь. Белый. Черный. Мужчина. Женщина. И замечательно. Отвратительно. Я говорю, хорошо. А я говорю, плохо. Я говорю, достаточно. А я говорю, давай еще. Ну что ж такое? Сестра! Брат! Кретин! Академик! Идиот! Вы самый настоящий идиот! Ну так, доктор, я же вам сразу сказал. Вы мне напишите справку, и я пойду. Правильно сказали. Вот вам справка. Забирайте. И чтоб я больше вас... Не видел! О, надо же, справка! Идиот! А был бы умным, поехал бы на субботник. Семенов, старший следователь Козлова. У тебя камера свободна? А кто там? 18 бомжей? Где ж ты их насобирал-то? Ну, давай там как-то их, я не знаю, уплотни. Сейчас к тебе еще одного задержанного доставят. Товарищ следователь, ну, отпустите вы меня. Я больше так не буду. Мне домой надо... Жена убьет, если узнает, что меня в полицию забрали. Как вы могли, а, в таком состоянии сесть за руль? За руль? Ха! Друзья помогли. Что? А я говорю, нормально сел, как обычно. Но вы же пьяный. Да кто вам это сказал? Да что, я не вижу, что ли? Я не в курсе. Но мне кажется, вы немного косите. Кто? Вы сегодня случайно ничего не пили? Так,
Прекратите безобразничать. Вы дули в специальный прибор. И результат показал, что вы в стельку пьян. Кто? Вы. Я? Да, вы. Что я? Пьяный. Ну, значит, трубка была неисправна. Вы дули еще в три трубки. Значит, бракованная партия. У вас брали кровь на анализ. И я уже видела результат. Ну, надеюсь, там все нормально. 5 промиллей. 5! Да как вы вообще на ногах стоите? Очень устойчиво. А сижу еще лучше. Врач сказал, что это просто невозможно. Ну вот, очередная врачебная ошибка. Ну хорошо. Встаньте. Зачем? Встаньте и закройте глаза. Бить будете. Закройте глаза и вытяните руки вперед. Может, не надо? Вытяните руки вперед и указательным пальцем коснитесь кончика носа. Зачем? Делайте, что вам говорят. Указательным? Да. Кончика? Да. Пожалуйста. Да что вы делаете? Ну вы сами попросили потрогать нос. Но я не это имела в виду. А ничего другого я у вас трогать не собираюсь. А то посадите еще за домогательство. Нет. 5 промиллей. 5. Это же 5 литров водки. Неправда. Всего 3. Ну, максимум 3500. Радар показал, что вы ехали со скоростью 250 километров в час. 250? На «Жигулях». Вы снесли забор. Я все отремонтирую. Молоток и гвозди у меня в багажнике. Какие гвозди? Забор был каменный. Цемент у меня тоже есть. В гараже 5 мешков. Цемент вам не поможет. На своих «Жигулях» вы не просто снесли каменный забор, но и въехали в старинный замок 17 века. Надеюсь, замок цел? Пока да. Что значит «пока»? Эксперты сказали, что если машину вашу оттуда вытащить, замок 17 века рухнет. Выходит, замок 17 века стоит на моих «Жигулях»? Стоит. И будет стоять. В вашу машину закачали бетон. Зачем? Мою машину надо бензином заправлять, а не бетоном. Машины вообще не ездят на бетоне. Ну, на дизеле, на бензине. А на бетоне нет. Да кто вам вообще посоветовал в мою машину закачать бетон? Значит так, во избежание скандала мы забываем про все ваши нарушения. А вы пишете заявление о добровольной передаче вашего автомобиля в музей замка 17 века. Вам выплатят компенсацию.
Сколько? 10 тысяч. 10 тысяч? Всего? За мою ласточку? Послушайте, вашим «Жигулям» 35 лет. Неправда. Всего 34. С половиной. И что? Вам 100 тысяч подавай? Ну, не 100. Ну, хотя бы 95. 11. Да мои «Жигули» 250 километров в час выжимают, как выяснилось. 50. Хорошо. 12. Да моя машина стены каменные насквозь пробивает. 25. 13. Да на моих «Жигулях» целый замок 17 века стоит и будет стоять. 13 500 и ни копейки больше. Ну ладно. Умеете ж вы договариваться, товарищ следователь. Хорошо. Вот здесь поставьте свою подпись, и вы свободны. Ага. Семенов, отбой. Что еще? А скажите, мои «Жигули» уже закатали в бетон? Да. Это необходимо было сделать срочно. А кроме меня из машины больше ничего существенного не доставали? Нет, не было времени. А что? Да, так. Просто у меня там на заднем сиденье под одеялом теща спала.